друзья мои, хотел записать просто скетч, а вот сейчас спонтанно в самом конце импровизации этой пришла такая мысль, что, и смотрите, что получается, что как музыка развивается, да, вот если посмотреть в целом, из одной культуры, из одного этноса, из одних каких-то земель часть музыки или какие-то песни, какие-то, значит, ну, какие-то фрагменты попадают в другую почву и там преобразуются. Ну, скажем, самое яркое – это, собственно, древняя африканская мелодия, которая звучала тысячелетиями вот так. Гитаристу, который это преобразовал, так скажем. Ну и получилось как бы вот то, что мы знаем. Smoke on the water. И таких примеров огромное количество, да? То есть вот так все получается, да, там из в классической музыке, и, там Чайковский, там и так далее, тоже из каких-то народных, там какая-то мелодия, хоп, попала, преобразовалась. И так далее, примеров сотни и тысячи. А что получается с, в нашем случае, с сякухати? Почему одно из многих причин, почему я вот увлекаюсь всякими устройствами, всякими технологиями, изучаю и так далее, из-за того, что возникает живой интерес. Ну, скажем, на сякухати можно сыграть пентатонику, да? На пяти нотах. Зная классические подходы, можно сыграть, ну, скажем, какие-то специфические вещи, да? Ну, то есть определенные строи, свойственные японской там музыке. Но в этих всех уже наработанных вещах, как правило, не проявляется ничего такого нового. То есть все такое, как вот становится предсказуемое. А вот в сочетании с каким-то нетрадиционным инструментом или с сочетанием необычных звуков на флейте что-то начинает проявляться другое, да? То есть какие-то сочетания, которые, ну, так скажем, в голову не придут, да, то есть вот здесь я уже делаю вот так, такое движение, там, классическое. В классике оно хорошо, а вот в импровизации уже не очень, поэтому происходит какой-то поиск чего-то еще. И вот всякие штуки нам помогают, да, то есть в этом, так скажем. Вот какая-то, да? Это какое-то приглашение. Какое-то танго, да? То есть даже внутреннее движение вот у нас начинается такое какое-то. Или что-то такое, да? Как бы. Но так как мы, допустим, с флейтой, мы уже не играем чисто японское, не играем классику, но в то же время какие-то ходы могут прекрасно сочетаться.
что-то начинает сначала каким-то быть шероховатым, неровным, нестыкующимся, но в процессе может проявляться вот какой-то определенный ход. И вот когда это практикуется, и когда это много практикуется, это откладывается опять-таки, да, и... И вот уже как бы в дальнейшем, в какой-то импровизации или в какой-то даже классической пьесе, это может сработать, да, сработать и внести какую-то вот новую волну, да, живую. То есть классика остается классикой, но в то же время туда что-то вот, что-то добавляется живое. То есть вот так это и происходит, не только так. Не только с этим устройством, не только с этой флейтой, не только такое сочетание, а тысячи и миллионы всяких сочетаний. Вот, как бы так, сам принцип, сам алгоритм, он такой вот. Как и в самой, я думаю, классике это также происходило, да? Только, ну, со своим каким-то тогдашним бэкграундом вот этим, то есть какой-то услышали звук какого-то колокола, еще что-то, и вот оно... сработало. Так что это не просто какие-то игрушки, хотя это игрушки, это дзен-игрушки, вот, с которыми можно делать что-то примитивно такое обычное, а можно делать что-то особенное. Выбор за вами, как и в случае с Сикхати.